Є люди, через прийняття яких навколишній світ, як не дивно, постає нам з іншого боку. Красу цього світу вони передають на полотнах, в музиці, кадрах фотокамер. Саме ці люди приводять нас у світ краси та гармонії. У нас в студії гість Олександр Сайковський, людина творча та різностороння. Він завжди моніторить події нашого міста, створює оригінальні знімки різних куточків Миколаєва. І на додаток до всього він журналіст, наш колега. Саша, привіт! Привіт. Ради видіти тебе у нас в студії. Я сліджу за тобою на Фейсбуці і постійно наблюдаю, що ти то на виставках, то на концертах, то на совіщаннях, як везде успіваєш бувати. Ну как я успеваю бывать, это же работа наша. Угу. Сама понимаешь, куда нас пошлют, туда мы идем. Бывает посылает главный редактор, бывает ты собственную инициативу проявляешь, куда ты идешь. Угу. Насколько ты получаешь удовольствие от своей работы? Ну 200%, наверное. Если не больше. Это очень здорово. Мы знаем, что ты фотокорреспондент редакции «Вечерний Николаев». Да. И по образованию журналист. К чему больше лежит душа? К журналистике, либо к фотоаппарату? Можно так сказать. Скажем так, к отживающему ныне виду. К отживающей ныне профессии фотожурналист. Фотожурналистика – отдельный вид творчества, да. Нашего журналистского творчества. А в чем его особенность, вот именно фотожурналистика? Потому что пишущий журналист, он пишет, да, он может сесть написать где-то там, сидя в кабинете, а мы должны всегда быть на месте событий. Ну, почему отживающий вид? Вот вопрос, да, интересный. На сегодняшний день редакторам не нужны квалифицированные, ну, редакторам газет, допустим, журналов, не нужны квалифицированные фоторепортеры. Это отходит. У нас сейчас все-таки больше журналистика новостная и моментальная, скажем так. Увидел, сразу выложил в интернет и забыл. И через секунду у вас уже новая новость. Обновление, да? Уже какое-то вот. Пошло, да? То же самое с фотографиями. Они выкладываются сразу. Есть там кнопочка, хоп, нажал и сразу улетело. Сразу улетело, да. В газете немножко с этим, наверное, сложнее. Надо обдумывать и кадры свои обдумывать, и выстраивать репортажи, если это грамотный репортаж. Какой работой занят на сегодня? Как вообще складывается твой рабочий день? Рабочий день? Прибегаешь утром в редакцию и закрутилась. И завертелась. Да, и завертелась. Ты не знаешь, куда тебя пошлют, куда ты побежишь сам, что скажет главный редактор. Тяжело представить. Все это экспорт, когда меня спрашивают, когда спрашивают, а у тебя есть там минутка, вот можешь, говорю, я не знаю. А когда еще просят сбросить фотографии? Когда просят сбросить фотографии, это... Больная тема, да? Это, наверное, у всех такая больная тема. Я знаю, что помимо вот своей основной работы, у тебя есть еще какие-то увлечения, занятия. Чем еще занимаешься? Как я уже сказала, Александр человек разносторонний. Фотографии. Ну, хочется какой-то, может, след оставить, я не знаю. Хотя оставить след, говорить, еще рано. Не, ну уже можно, почему? Можно об этом думать всегда, глядишь, что-то и придет. Хочется снять, скажем, вот заброшенные уголки Николаева, которых остается все меньше. У нас же все застраивается офисами, конторами. Еще недавно у тебя была выставка, по-моему, да, твоих фоторабот. Планируешь это еще? Это первое, конечно, планирую. Ну вот, правда, не знаю по времени. Хотели к Дню города, но тут всего ничего уже. Тут всего ничего, там есть какие-то определенные трудности, просто не получается, может позже будет. Да, до 40 лет я еще успею. Вот журналистика, фотографии всегда в центре событий. Еще и в подарок ко всему у тебя недавно родился сыночек, да? Да. Как ты справляешься с отцовскими обязанностями? Трудно справляюсь, мне перед супругой стыдно, что мало времени уделяю. У тебя есть возможность извиниться перед ней? Да. Уделяю, конечно, уделяю. Это же дети. Кроме того, у меня еще старшая дочь. Да, отец твоих деток. Да, отец двоих детей. Ну, так получается, старшая не со мной живет, поэтому все равно надо уделять по максимуму времени. Дети – это наше все. Цветы жизни. Нет, ну, вообще, дети – это дети. Вот, наверное, с рождением второго ребенка
Может быть, потому что я присутствовал при вот этом вот моменте. Как-то по-другому отнесся. Более бережнее, наверное. Более да. бережнее. Может, раньше был моложе, естественно. Хотя обоих детей люблю очень сильно. А по поводу журналистики. Видела на днях пост на Фейсбуке. Ты написал небольшой рассказ о девушке Талке, которая пытает свое счастье и судьбу в мире, где вокруг все чужие. Скажи, как ты нашел музу? Откуда пришло вдохновение? Почему именно такую тему выбрал? Ты знаешь, вот все, что со мной случается, это, наверное, случай. В журналистику пришел не по там каким-то семейным вот стопам, пришел случайно. Видимо, это вот случай довел до этой точки конечной. Фотоаппарат и фотожурналистикой занялся тоже по воле случая. У нас заболел наш фотокорреспондент, пошел за него работать, и там какие-то подмены. В итоге перешел. Вот сейчас Сан Саныч Кремко, наш известный, да, николаевский фотожурналист, ушел на заслуженный отдых, уже не работает, и как будто же надо продолжать и держать планку и марку. И писать, вот то, что вы видели в Фейсбуке, это уже публиковалось. Это уже было на страницах газет, нашей газеты «Вечерний Николай». Есть у нас такая рубрика, называется «Житье-бытье». Туда писали наши журналистки о людях и про людей, какие-то истории там где-то услышанные, где-то подслушанные. Это все жизни. Да, из жизни, немножко придуманное, может быть, что-нибудь. И тоже так получилось. Вот человек уехал, надо было кому-то срочно что-то придумать, написать или... Дело случая. Да, дело случая. Сказали, надо. Саша, надо. Ну, случайности не случайные. Я вижу, что ты профессионал в каждом деле. За что не возьмешься, в этом добиваешься определенных успехов. Это действительно случай. Я не планировал Жизнь, заниматься. Жизнь, наверное, сама подводит каким-то может дорогам. Быть, конечно, да? Может быть. Может и так. И вот этот маленький рассказик, он и еще там порядка 10, наверное, таких вот мини-новелл, я не знаю, как это правильно назвать, я не писатель. Я только учусь. Да. Они уже вышли на страницах газеты, это я просто решил, думаю, у меня 1000 где-то подписчиков примерно. Давайте я так себе думаю, а почему людям не почитать, да? Ну да, мало кто читает газеты, например, да, не все как бы. На Фейсбуке, да. Да, не обязательно, на Фейсбуке молодежь сидит. Да, да. Если я могу выразить свое мнение, какую-то свою позицию высказать. Почему нет? Почему нет, тем более, если есть такая огромная площадка. И пусть люди скажут, что они об этом думают, да, как бы, вот, то есть очень интересно, интересно ли да, тебе мнение людей? Разные мнения, очень разные мнения. Кому-то нравится, кому-то... Завязывай, говорят. Да, кому-то говорят, давай книжку издавай. Говорю, да подождите, еще рано. Вот кто-то написал, что, ой, у вас там хэппи-энд. Как бы это непривычно. Банально. Нет, это непривычно. Это людям непривычно. Сейчас уже просто это непривычно, Ксюша, ты немного отстал. Мы привыкли жить в полосе негатива. Да. Конкретного черного. Я не привыкла, у меня хэппи-энд всегда должен быть. Видишь, как хорошо. Но большинство людей это как привыкли. У нас все плохо и должно быть еще хуже. Вот как-то вот так. Да. Ну, чтобы понять, что кому-то еще хуже, чем тебе. Да, да, да. Наверное, вот ты сказал, что ты не писатель, но мы точно знаем и мы видим, что ты 100% фотограф. Сфоткаешься с Лерой. Конечно. А мы оценим, вечный кто? Вопрос всех. А потом бросишь нам фотки. Мы готовы. Будем позировать? Да, нужно. Давайте как-то... попозировать. А с ножками можно? А с ножками я не знаю. У Ксюши просто новые туфли, ей нужно всем их показать. У нас в гостях был очень интересный человек Александр Сайковский, фотограф, журналист и по совместительству счастливый папа двоих деток.